А в Китае открылась выставка жилых домов, созданных с помощью 3D-принтера. Различия видны только если приглядеться. Здания выдают слоистые стены. В качестве материала для печати используется смесь вторичных строительных отходов – песка, стали и цемента. По словам директора компании-разработчика, один такой дом можно построить за сутки. Самые малогабаритные из них будут стоить примерно 150 тысяч долларов. В качестве сырья мы используем строительные отходы. Они сортируются по категориям, затем мы трансформируем это в особые чернила. Далее мы создаем при помощи принтера панели и везем на место сборки. Наша технология не наносит вреда окружающей среде.